Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, аккордов немного. АМ, С, Ф и Джи. Ставим каподастер на шестой лад. Поехали. Считаем от него. Это нулевой лад, первый, второй и так далее. Ставим АМ на второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. Итак, поехали. Играем такой перебор. 5, 3, 4. Да, вот получается вот так. Теперь на второй струне нам нужно сыграть 1, 3, 1, 0. Одним движением, то есть вот так. А, не, неправильно, 0 в конце не играем. 1, 3, 1. Вот получается вот так. Да, вот давайте отдельно. То есть мы на второй струне зажимаем первый лад, дергаем его. Вбиваем на второй струне третий лад и сдергиваем третий лад, чтобы опять зазвучал первый лад. Получается вот так. Если все вместе склеить, получится вот так. И в конце дергаем третью струну. Да, давайте все склеим. Получается, АМ мы играем 5, 3, 4, на второй струне 1, 3, 1 и в конце третью струну. Теперь на пятой струне играем 0. А, нет, подождите. Да, сразу играем 2. Вот после третьей струны мы на пятой струне играем второй лад. Да, давайте еще раз быстренько все склеим. Получается, играем пятую, третью, четвертую, на второй струне 1, 3, 1, третью, и на пятой струне второй лад. Должно получиться вот так. Вот как только мы второй лад сыграли, да, вот переходный на пятой струне, потом переходим в аккорд С. Это будет на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад. Так, сейчас. Тут зажали С. Да, вторая струна у нас уже не используется, можно ее не зажимать. Играем 5, 4, 3, 4. На третьей струне мы играем 0, 2, 0. Таким же движением, как мы играли 1, 3, 1. Да, вот так. Так же и здесь. То есть мы 0 дергаем, вбиваем 2. И 2 также сдергиваем, чтобы зазвучал 0. Получается вот так. Ну, нужно сразу, вот если вы будете тренироваться, то есть лучше сначала сразу натренировать указательный палец, потому что именно он это будет играть. Можешь, конечно, вот этим влезть, но то вам тогда придется всю руку переставлять, то есть тут, конечно, легче переставить. Да, и вот указательным как бы посложнее сыграть, но реально. Итак, идем дальше. Вот С у нас получается 5, 4, 3, 4. На третьей струне 0-2-0. Потом дергаем четвертую открытую и пятую струну. Весь аккорд С получается вот так. Дайте два аккорда склеим. Баре на первом ладу, на третьей струне второй лад, на четвертой и пятой струне третий лад. Тут мы играем. Шесть, пять, четыре, пять. Три, четыре, два, четыре. Да? Давайте еще раз перебор. 6, 5, 4,
5, 3, 4, 2, 4. Три аккорда давайте склеим. Теперь G. Зажимаем на шестой струне третий лад, ну и можно сразу на второй струне тоже третий лад. Тут мы играем шестую, четвертую, шестую. Даже, смотрите, мы сначала играем шестую, делаем паузу, потом 4-6 играем. Получается вот так. Дергаем вторую и третью струну вместе. Так, сейчас. Да, вторую и третью струну вместе дергаем. Теперь на второй струне скользим до пятого лада. И потом обратно до третьего. Получается вот так, вот именно один на этот момент. Вторую, третью струну дергаем. Доезжаем до пятого лада, да, чтобы он звучал. И обратно возвращаемся до третьего. Чтобы, желательно тоже, чтобы звук остался. Должно получиться вот так. Как только доехали до третьего лада, мы дергаем теперь третий лад. И сдергиваем этот палец, чтобы зазвучал первый лад. Да, вот. Вот мы прокатились, да, тут. Теперь тут у нас третий лад еще зажат. Мы добавляем на второй струне первый лад. И дергаем третий лад. Соскакиваем пальцем, чтобы зазвучал первый. Получается вот так. Дайте весь G. Еще раз. И после этого сразу начинаем играть АМ. Ну, соответственно, заново. Дайте попробуем все медленно сыграть. Еще проигрыш, да, вот когда там темноты, вот это поется, а там можно вот обыграть вот эту часть. Это где-то, наверное, минута, первая минута песни, вот там начинает звучать, ну, вернее, вот 0.58, где-то вот так, по-моему. И там начинается вот такой момент. Его тоже разберем. То есть, да, G заканчиваем. G можно закончить вторую, третью струну вместе и вот в конце не делать вот это движение поездки вот этой. То есть, вот так. И сразу вот играть этот момент. Итак, поехали. Ставим АМ. Дергаем вместе пятую, четвертую, третью, вторую. Так мы играем 4 раза. Да ничего не глушим, можем просто дергать и все. Ставим C, уже полноценный, где на второй струне первый лад. Дергаем 2 раза, 5, 4, 3, 2. Теперь добавляем на второй струне третий лад. Играем 5, 4, 3, 2. Теперь играем 5, 4, 3, 1. Ну, можно со второй струны третьего лада убрать палец, чтобы, ну, если вторая струна заденется, чтобы она вошла в аккорд. Получается вот так. Теперь F. В идеале, конечно, F
зажать с первой струной открытой. Так будет покрасивее звучать. Вы как бы первую струну оставляете фоном открытую и играете F. То есть вот, вот так это звучит. Да, вот слышите, я как бы F сыграл уже, а первая струна еще фоном звучала. Если F так зажимать, то это будет на второй струне первый лад, на третьей струне второй лад, на четвертой струне третий лад, и на шестой струне вот большим пальцем зажимаем первый лад. Играем шестую, четвертую, третью, вторую вместе 4 раза. Если так сложно зажать, можно обычный F ставить. То есть вот вы дернули и потом поставили F. Идем дальше. Так, сейчас. G. Зажимаем на шестой струне третий лад, на пятой струне второй лад. Так, сейчас. Играем вторую, третью, четвертую, шестую вместе. Еще раз их вместе дергаем. То есть получается вот так два раза. Как только мы второй раз дернули вместе, мы теперь добавляем на третьей струне второй лад. Играем третью, четвертую, шестую вместе. Получается вот так. Убираем палец с третьей струны, играем вторую, третью, четвертую, шестую вместе. И теперь на третью струну возвращаем палец со второй лад и играем третью, четвертую, шестую вместе. Получается вот так. Давайте в темпе. Вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.